Наша компания основана в 2007 году. Мы начинали свою деятельность в небольшом цеху на 50 квадратных метрах и занимались производством сэндвичей. В штате было всего 5 человек. Сейчас производственная площадь более 4000 квадратных метров, а ассортиментный ряд составляет хлебобулочные, кулинарные и колбасные изделия. В штате работают около 250 человек. Мы используем как сырье отечественных производителей, так и свое собственное. Для сэндвичей мы делаем сами булочки, колбасные изделия и майонез. Это позволяет контролировать качество продукта на всех этапах производства. Одним из конкурентных преимуществ является то, что мы осуществляем ежедневную доставку свежей продукции по доступным ценам во все торговые точки города. Впервые мы задумались, что маркетинг – это интеллектуальная часть продаж, и начали системно собирать и оцифровывать данные. Компания ставит перед собой цели кратного роста. По многим позициям мы достигли предела рынка, и поэтому решили развивать производство замороженных полуфабрикатов. Сократились издержки производства и повысилась эффективность работы сотрудников. В рамках проекта мы оптимизировали движение экспедиторов, и это позволило сократить время погрузки и доставки в магазины. Мы планируем развивать новые направления бизнеса, расширять ассортиментный ряд и выходить на новые рынки как в Казахстане, так и за рубежом.